которые очень достойно выступили, заняли первое, второе, четвертое места. Вот сейчас на ваших экранах Виктория Мазур, серебряная призерка вот международного турнира среди юниоров. Вика 94-го года рождения, это будущее нашей художественной гимнастики. Сама она из Луганска, но уже, в принципе, достаточно времени тренируется в Киеве в школе Дерюгиных под руководством Ирины Ивановны и Альбины Николаевны. У юниорок чуть другая программа, чем у взрослых гимнасток. Если взрослые делают 12 элементов, то юниорки делают 10, чуть-чуть меньше. И если сеньорки должны делать минимум 3 риска в упражнении, то юниорки делают максимум 2. То есть почему-то международная федерация не разрешает им рисковать. Хотя, как бы, в принципе, это не очень правильно, потому что если гимнастки не научатся в этом возрасте владеть предметом, то дальше им будет еще тяжелее. Поэтому вот юниоркам приходится вставлять очень много всякой мелкой работы. Потеряла на ерунде абсолютно, но, в принципе, выступила хорошо, молодец. Но выступает вне конкурса. В рамках наших смаг проводится два турнира. Международный турнир.